Я все вижу по глазам, что ты хочешь мне сказать. Я не буду тебя знать. Читаю по губам, мне нечего сказать. Я не вижу смысла врать. Не хватит слов, что я сказал. Автобус врезался в автомобиль марки Сузуки и какое-то время буквально тащил его по ходу движения. Как подтвердили ГИБДД, 11-летняя девочка, пассажирка Сузуки, погибла в огне. За рулем находилась ее мама, которая пыталась спасти ребенка. Что же случилось, еще предстоит выяснить. Следователи сейчас проводят проверку. Под огобелем!